Ну что ж, здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала. Меня зовут Юра, и мы сегодня начинаем, точнее, не начинаем, а просто посмотрим игру, которая называется Surgeon Simulator, или же симулятор хирурга. Да, в моем случае это именно хирург будет. Короче, тут у нас пальчики умеем зажимать. Вот так вот. Вот так вот. Можем вот так повернуть. Фак! Так, я не понимаю, короче, как это сделать. О, пилюли. Пилюли. Майпад. Так, а я могу... Короче, у нас будет такой беглый взгляд на эту игру. Ну-ка возьми. Блин, как же это все сложно-то, а? Что-нибудь написать я могу? Нихера я не могу написать. Так, кто-то там звонит. Ну-ка попробуем поднять трубоньку. Hello, Nigel. This is the police. Ignore what my colleague says. We're definitely not out here armed with high caliber machine guns. Come out and you'll be perfectly safe. Короче, полиция говорит. Нахер. До свидания. Не собираюсь туда идти. Это как? Как это взять-то, а? Так, это мне не надо. Эй, телефон ушел. Ну ладно, херня. Так, давайте, короче, операцию проводить. Собственно, затем мы пришли. Имя пациента Боб. Так, нафиг. Операция пересадка сердца. Хирургия. Ну, давайте. Давайте начинать. Как это сделать? А, вон, начало операции. А выполнить пересадку сердца. Так, ну, первым делом, конечно же. Как ты там себя чувствуешь? Нормально? Нормально? Башка не отворачивается? Все с тобой хорошо, да? Молодец. Так, все, ладно, лежи. Так, давайте вот эти вот уберем нахер. О, у тебя уже разрезали, я тут смотрю. Кстати, чувак. Оп, смотри. Оп, оп, оп. Ладно, нахер. О, смотри, какие у меня часы есть, а? Нравится? Нравится? О, так, о. Смотрите, смотрите, так. Ой, кыш, мой хороший. Ой, тетя, да и за ушком мой час уже маленький. Так, ладно, и еще вот так вот можно сделать. Ладно, все, хватит. Получили удовольствие. Так, ну чем будем грудную клетку? Конечно, топор. Молотку вот это. Поэтому хватаем его. Так, стаканчик, стаканчик, иди-ка ты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не дрель. Дрель мне не нужна. Я беру вот эту вот херню. И начинаем. Так, тихо. Не раздалбывается. Я его так замочу. Кровенка уже потекла. Ладно. О! У нас есть пила, у нас есть вот это вот. Я ее хочу. Так, как ее взять? О! Заработала! Так, давайте аккуратно разрежем. Взял не очень. Вот так. Ну давай. Ну. Только ты будешь ты резать-то или нет? Ну, готово. Так, у нас там какие-то. У нас кровопотери! Что делать? Я не знаю. Ну, я думаю, разберемся. Тихо. Нечего там желудок сверлить. Хватит. Нихера себе. Кровянка потекла. Ну, ничего, не волнуйся, чувак. Ой-ой-ой. Легкая задета. Ничего страшного. Да не ной ты.
Да ё-моё. Ну что это такое вот? Может, я слишком зверски это делаю? Ну, наверное. Ой-ой-ой. Селезенка вытекла. И что теперь? Операция провалена. Все так хорошо начиналось. Ну, жестокое убийство всего за 3 минуты. Ну, заново начинаем. Так. Выполняем пересадку сердца. Убираем эту херню. Куда-нибудь. Я не знаю, чем тебе... Вообще лучше было бы, конечно, молотком вот это вот все сделать. Же... Сверление это не по-нашему. Так, давай. Ну. Ну, хватай же. Ну, кто будет брать, я за тебя или ты? Так. Поворачиваем ручонку. О, вот так вот. Ну. Так а кто держать-то будет? А, ну, вот так вот надо. Что это такое? Выбрасывай это. Как же сложно. Ну почему все так сложно? Так. Давай. Давай, взламывай кость. О, пошло дробление. Вот это я понимаю. О. Кровопотери, кстати, поменьше. Видите? Нормально. Хорошо. Давай. Мы уже почти все сделали. Немного потерпи. Ты уже немного потерпи. Так. Так, все, убираем нахер. Надо вколоть, наверное, укол. Фу, весь кровянки весь такой. Эй, ты там не умирай, чувак. Блин, меня даже же видишь. Чувак, не умирай, нет. Сейчас я тебе этот укольчик дам. Не волнуйся. Все, я уже до него не дотянусь. Чувак, короче, умрет. Ладно, давайте хотя бы достанем из него легкое. Иди сюда, легкое. Так, это мусор. Может, еще успеем сделать операцию. Да, мусор. А, блин, я вот эту косточку еще не отломил. Что такое-то? Ну давай же, доставайся, ну. Ну что, кто вот это вот делать будет? Ну. А ты там, я смотрю, удобно так себе бутылочку подложил под голову. Так, я вижу, что. Давайте заново, я вижу, что здесь ничего не получится. Так. Ой, нихера себе. Так, давай. Поворачиваем ручку. Убираем эту хернюшку. Теперь берем молоток. Молоток берем в руки. Так, сразу убираем нахер вот это вот. Убираем нахер вот этот вот стакан, который нам мешает. Давайте поучимся сначала брать шприц. Это сложно, я понимаю. Так, но вместо шприца я взял зачем-то ножницы. Так, о-о-о-о. Главное самому не уколоться. Во, все. И вот так вот будет. И все будет нормально, короче. Так. Пускаем шприц. Ой, сейчас что-то... будь здоров, прошу прощения. Спасибо. Так, берем вот эту батарею. Ну и начинаем немножечко дубасить, конечно же. Ну давай же. Ну давай. Так вот. Давай, косточка. Давай, долбайся. Ну, кто будет долбаться за тебя, я, что ли? Кровопотери у нас нету. Ну, только его помучили немного. Ну... Ой, ну как это сложно. Я вообще не знаю, что тут делать даже. Почему... Так сложно, почему кости не раздолбываются? Я ждал. О, одна пошла. Первая готова. Как говорится. Почему мне еще банку с кровью не поставили?
до сих пор. О, две косточки уже готовы. Давайте еще и третью уговорим. Так, ладно, пока не получается. Ну, давай, давай, жену. Давай же, дружочек. Давай мне свои косточки. Чего ты такой жадный? Понюхай, понюхай, чем пахнет. Вот так, так вот делаем. Ну, видишь, у тебя уже кровопотери пошли. Из-за того, что ты сопротивляешься. Не надо это делать. Ну, а видишь, одна рука, одна сторона готова. Осталось чуть-чуть совсем. Не, не готова еще. Не надо... Ой, куда ты поползла? Не надо никуда ползти, как живая прям. Что ты вот? Во. Ну, сразу бы. Вот так. Во. Ну, почти. Сейчас еще укольчик тебе вколем, бушечка как новенький. О, мы даже видим, как сердечко бьется. Это еще. Может, уже так все достану? Ну, наверное. Так, короче, бросаем нахер. Вкалываем укол. Не взял? Надо как-то ровнее руку, что ли. Не, пилу пока рано. Куда тебе вкалывать-то? Еще кровопотери-то. Что с тобой такое? Или это не тот укол? Да, вроде тот. Все, замучу, блин, нахрен. Ну, все равно кровопотери идет. Я не понимаю, чувак, что с тобой? Может, тебе нужно вот сюда вколоть? Какая-то херня с этими вашими уколами. Ладно, давайте все это нахер доставать. Так. Давай. Ну. Бери жену. На какую жену? Бери. Легкая. Как это все по-геморройно? Ну что такое, ну? Ты будешь хватать ты или не будешь? Вот. Так. Берем легкое. Ладно, давай вот эту вот херню тогда возьмем. О, вот она тебе больше не нужна. Так. Это тебе тоже не пригодится, не волнуйся. Ну, может пригодится как-нибудь потом. Так, ну я что-то не могу никак взять легкое. Что это вот такое? Как так может быть? Как оно вообще вот происходит-то, а? О, уцепился. Давай, тяни. Что, меньше всего уверенности, что я достану. То вот легкое, прокуренное все. Фу, как говорится. Я как хирург не могу на это смотреть спокойно. Что за херня? О, вытаскивай, давай, дорогуша. О, вот так, я же говорил, можешь же, когда захочешь. Так, чтобы достать сердеченько, нам теперь нужно явно отрезать вот эту вот херню. Наверное, это пищевод или что это, поэтому... Рука уже такая в кровище. Чё перчатки не одел-то? Доктор называется. Так, молоток убираем. Берем вот этот вот скальпелек. И режем. Тихо. Сам себе закрываю, правда, рукой. Что за херня? Режь давай. Куда ты скальпель засунул? Ладно, берем еще один. Нам-то что?
Вот этот мне больше даже нравится по виду. Но ты его будешь брать, ты или нет? Ты не будет. О. О. Давайте сверху сначала отрежем. О, аккуратненько. У нас уже кровопотери увеличились. Давай. О, мишка, хорошо. Так, ну сейчас сердечко тоже нужно отрезать. Тоже отрезать, я сказал. Сердечко. У нас кровопотери увеличиваются. Шумишь? Так, все. Еще последняя обрезка. Тихонько. Ну давай же, артерию отрезал. О, воткнул. Тихо. Ну уже вену нужно обрезать. Так, по-моему, мы теряем его. Сердце я могу уже достать? Нет, пока не могу, оно пока работает. Так, где шприц? Шприц. Мы теряем его, нет! Кали же. Да ёшкин, ты моёшкин. Дай ему вколоть, ты что, кровопотери-то не было. Не колется и все. Наркоман. Ой, что-то увеличилось кровопотери. Ё-моё, этот шприц наоборот увеличивает кровопотери. Да, жопа, короче. Жопа полная. Так, берем последний. Скальпель, я сказал, берем. Нахер вот это вот. Давай. И пытаемся вот тут надрезать сердечненько. Вообще, честно говоря, до того, как взял... Давай же, ну. О. Сын же сейчас помрет, ну. Так, наверное, все. Я, наверное, могу уже сердце хватануть. Бери. Нет? Ну как так-то? Херня какая-то. Я не помню. Ой, все.